взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник – это наше зеркало. Мир – это то, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми в программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале «Музлайф». Всем привет, меня зовут Владислав Югай, я не представляю свою жизнь без праздников. Лучшие праздники – те, что происходят внутри нас. Владислав Югай – ведущий интервьюер, ведущий развлекательных телепередач, шоумен и конферансье. В эфире программа «Искусство интервью» и с огромным удовольствием прямо сейчас я хочу представить нашу очаровательную гостью. Это фэшн-блогер, это бьюти-блогер и просто ах, какая девушка, Алина Сарсенова. Здравствуйте. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Алина Сарсенова, издатель сайта «О моде», генеральный директор коммуникационного агентства, журналист, блогер. И сразу начнем с того, как вы вообще пришли в своей деятельности. Это может быть мечта детства, вот чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь, наверное, не только и организацией, и блогер, и без вас не проходят ни одни фэшн-показы, вы везде. Вот это ваша мечта? Вы любите свою работу? Как вы к этому пришли? Я отработала на радио, телевидении 8 лет. Потом ушла в декретный отпуск и поняла, что я больше не хочу работать на радио, телевидении. Мне надо что-то делать другое. И так началась история моего фэшн-портала. Но сначала, конечно, это был блог, потом это все переросло в журнал, в портал. Теперь это полноценный журнал о моде и красоте styleofeurasia.com, который читают во всем мире. И, кстати, многие иностранцы узнают о Казахстане благодаря моему журналу, потому что он двуязычный на русском и английском языке. И я его создала, его придумала. Сначала все было только в формате Style of Eurasia. Потом почему-то я решила, что нужно еще заниматься пиаром. И вот так появилось мое коммуникационное агентство, которое сначала было маленьким агентством, теперь оно довольно-таки уже большое агентство. Ну, там мы, в принципе, много чем занимаемся, ну и праздниками тоже. Тоже и праздниками. В основном, конечно, коммуникации, но если возникает у клиента именно такой вопрос, что нужно, да, организовать, а организаторов нет, ну, приходится, делаем. Ну, получается так, что мы с вами где-то даже коллеги, потому что я тоже уже на протяжении 8 лет занимаюсь организаторами именно мероприятия. И следующий вопрос. Вы тоже этим занимались. Может быть, самый из таких запоминающих ваших проектов, которые вы организовали? А вот совсем недавно мы работали над рестораном Little Brazil. Там представлена бразильская кухня, танцуют девочки из Бразилии, приехал повар из Бразилии, прям оттуда, да, там представлено всякое бразильское мясо. И вот мы занимались как раз коммуникациями в данном ресторане. Это был очень яркий проект, там девочки танцевали, всем понравилось. И там концепция необычная, которая тоже понравилась нашим журналистам, посетителям. Действительно, это было очень ярко, потому что все гости даже подстроились, они пришли ярко одетые, в желтом, в красном. Мы даже не ожидали, что гости нас поддержат так. Ну. То есть это без предупреждения, да, без, да, тематики, они сами, да? Тематика была бразильская, люди почему-то решили. Мы сами пришли в красном, и в итоге все пришли в красном, в желтом. И было очень ярко, весело. А девочки бразильские, они напрямую приехали из Бразилии, танцовщицы. У них потрясающие костюмы с голыми попами. И это, конечно же, понравилось мужской части гостей. Очень сильно, их танцы. На ваш взгляд, Алина, в чем секрет успешного мероприятия, помимо правильного выбора организатора? Наверное, должна быть душа. То есть человек должен хотеть провести это с душой. Если вы это делаете на отмашку, если вам это не интересно, ничего не получится. Если вы хотите что-то сделать, если вы вкладываете в это свое сердце, если вы действительно хотите порадовать людей, то, конечно, у вас все получится. Но как только вы делаете что-то спустя рукава, ничего не будет, ничего не выйдет. Даже если вы пропишете концепцию и просто поступенчато у вас все будет записано, расписано, и каждый человек будет на месте, но если не будет души, это будет чувствоваться. Каждый гость будет ощущать, что здесь нет души, нет сердца. А вы проходили специальное какое-то обучение? У меня в этой сфере нет. У меня образование, факультет международных отношений с отличием. И мы там изучали политический пиар и какую-то организацию, конечно, да, но такого, конечно, нет, не проходили.
Это уже, видимо, с опытом. Потом, когда ты работаешь в масс-медиа долго-долго, то есть как я отработала 8 лет на радио, телевидении, я там тоже, меня задействовали и в организации каких-то ивентов, там были и ребрендинги, и все это мы делали сами, потому что как раз, когда я работала в нулевые, тогда не было таких бюджетов, поэтому все приходилось делать самим. Я также знаю, что, Алина, у вас большой, наверное, уже коллектив, целая команда такая сплоченная, которая с вами всегда идет, работает вместе с вами. И наверняка они делают для вас, родной, любимый, какие-то сюрпризы, подарки. Может быть, какой-то незабываемый сюрприз, подарок, подстанова какая-то на мероприятие, на то же самое ваше день рождения. У меня самый лучший в мире коллектив, это я тоже точно знаю, потому что мы не просто коллеги, мы еще очень близкие друзья. Не каждый может работать с друзьями, тем более делить с ними деньги, но у меня получается, и я не знаю, как мне это удается, видимо, потому что я тоже к каждому из них отношусь с душой. Каждый из них для меня член моей семьи, видимо, внутри меня. Я очень люблю этих людей, наверное, поэтому так получается. И, конечно, они стараются делать мне подарки, и недавно моя правая рука, моя Маша Коленко, подарила мне фэншуй восьмерку, которая приносит деньги. Зеленую такую штучку, ее нужно устанавливать в центре дома. Я ее установила, она действительно работает. Это очень редкий, необычный подарок. Не знаю, кому еще такой делали, но вот мне повезло. Режим работы у вас, я смотрю, как 24/7. А есть время вообще на свои личные, вот даже на личную жизнь? Может быть, какие-то хобби у вас есть? Я замужняя женщина с 6-летним ребенком, который учится в 1-м классе. И я успеваю и в школу наведаться, и дома что-то сделать. Хотя, конечно, готовлю редко, но готовить люблю. А если готовлю, то готовлю вкусно. И готовлю мясо. Я очень хорошо готовлю плов. Это мое хобби. Я обожаю готовить мясо. Вот, я увлекаюсь также спортом. Хожу на проджампинг. Ну, я думаю, сейчас все женщины стараются увлекаться спортом, потому что это еще на внешней стороне отражается нашей. Вот. И очень люблю путешествовать. То есть я не отдыхаю в Казахстане вообще, к сожалению, потому что если я в городе, меня обязательно найдут. Найдут заказчики, найдут партнеры по бизнесу, найдут мои коллеги. Поэтому вы стараетесь, да, больше находиться. Если за вдруг я хочу отдохнуть, а это бывает не так часто, как мне хочется, то есть где-то 2 раза в год, то тогда, конечно, я стараюсь исчезнуть. А в семье кто больше, муж вас балует или вы мужа? Муж, конечно, меня балует. Он видит, что я устаю, он понимает, что я нахожусь на нервной работе, что очень много людей вокруг меня, что у меня такое колоссальное количество общения, что иногда мне хочется просто молчать. А ревнует? Нет. Нет? Нет. А может быть, просто не показывает? А понимаете, у меня муж, он айтишник, и у меня все давно взломано, поэтому я знаю, что он в курсе всего. Я да. Я прямо ужасно. Каждому слову. Я ужасно ревнивая, но он мне не дает повода для ревности. Мне повезло. Спасибо большое. Давайте вспомним, наверное, ваше первое мероприятие, может быть, опять же, тоже проект. Вот. И как вообще он прошел у вас? Вот самое первое. Это было на первом курсе института. Я тогда организовала рок-концерт. Мне было 17 лет. И почему я его организовала, я не помню. В общем, это было рок против чего-то или за что-то. И это было в Family Park. Я помню, что мы организовали. У нас даже были какие-то спонсоры. Мы их сами нашли, мы взяли аппаратуру. У нас в университете в КазГУ поставили туда и пригласили 3 рок-группы местные. Все было очень даже... Я сама была ведущей тогда. Все прошло замечательно. Собралось много народу. Я даже не ожидала, что так будет. В принципе, это был, наверное, первый такой яркий опыт в моей жизни. Еще, ну, это было, наверное, действительно что-то такое вау, потому что до этого все было в рамках университета, в рамках школы и так далее, а здесь прям на народ. И получается, по сей день вы иногда берете в руки микрофон и работаете в роли ведущего? Да, беру, бывает такое, что... Ну, приглашают вас специально. У меня такой огромный опыт работы на радио, телевидении, что когда я беру микрофон, он сам по себе начинает работать вместе со мной. Мы с ним сроднились, понимаете, за столько лет, что... Но я стараюсь этого не делать. Я стараюсь всегда уступать дорогу профессионалам. Если есть профессиональный ведущий, зачем мне брать в руки микрофон? Но если вдруг профессионального ведущего нет или есть какой-то форс-мажор, пожалуйста. Вот, кстати, насчет форс-мажора. Бывают и форс-мажоры на площадках. Как вы вообще выходите из этой ситуации? Мне кажется, неразрешимых ситуаций не бывает. Это раз.
Креатив всегда спасает, это два. И команда, когда сплоченная, она всегда найдет выход, это три. Если у вас рядом хорошая команда, вы всегда, всегда выйдете, вы всегда найдете возможность проект довести до конца. Но если вы, конечно, один, один в поле не воин. В жизни случаются ваши, Алина, стрессы? Хочется все бросить, закрыться, уйти, спрятаться от мира, от всех? И, в общем, я скажу, что это не случается, это будет неправда, потому что стрессы бывают у всех. Поэтому я в этот момент иду в спа, захожу в хамам и там начинаю валяться, потому что это самый лучший, наверное, способ релакса. Вот такой с паром, с баней. И это единственный способ, когда у тебя все мышцы расслабляются. Все, этим способом можно час-два, и стресса нет, и конечно, все. Конечно. Ну, еще можно поплавать, а если еще поплаваешь, то тогда тем более. То есть нету такого, что просто закрыться в комнате и сидеть, такого нет? Я очень социальный человек, мне надо общаться, поэтому если со мной что-то случается, мне надо с кем-то поговорить обязательно. То есть вдруг что-то, стресс, там, кто под руку попался, муж, окей, иди сюда, сын, хорошо, давай будем говорить с 6-летним ребенком. Да, в общем, как получается. Кошка? И ей тоже и достается. Кошка тоже. Да, потому что я начинаю с ней разговаривать. А что боитесь больше всего в этой жизни? Я пауков боюсь. Ужасно. Ну, я этого даже не скрываю, поэтому если кто-то будет меня пытать, принесите тарантула, и я тут же вам все расскажу. Это имеется в виду из насекомых, да? Ну, это вообще все. Это самое страшное, что может случиться. Это огромный тарантул возле меня. Фуд-блогер, бьюти-блогер. А зарабатываете деньги на Инстаграме вы? Ну, бывает. Не без этого. Вообще, честно, когда я создавала свой Инстаграм, я не собиралась на нем зарабатывать. Это была просто часть журнала. Потом мне сказали, что надо для журнала создать отдельный Инстаграм, а свой Инстаграм отделить, потому что я там стала, что попало, писать. Я отделила Инстаграм журнала от своего Инстаграма и стала выкладывать все, что мне придет в голову. Ну, сначала это были только наряды, только фэшн, только показы, там, куда я ходила, только мои мнения о каких-то кутюрье, о каких-то показах и так далее. Потом мне вдруг стали привозить косметику на тестирование. Я не знаю, как так вышло. Косметические компании сами меня нашли. И я стала ее тестировать. Я не умела делать макияж к тому времени. Я научилась делать макияж сама по всяким техникам. Потому что раз уж мне его привозят, и я это показываю людям, я должна это сначала сама научиться, да, этим пользоваться. Я стала тестировать всякие уходовые средства, там маски, крема и так далее. Какие-то процедуры. Я колола ботокс в прямом эфире. Причем мне было больно, и это все видели. Так что? Ну, вы смелая. Я думаю, что не каждая девушка на это согласится. А также я знаю, что ни один фэшн-показ, не только в Алматы, в Казахстане, в зарубежье, не проходит без вашего присутствия. Есть ли у вас какие-то фавориты, дизайнеры? Может быть, чью-то одежду вы любите носить, носите? Есть фавориты вообще в этой сфере? У меня есть два фаворита. Это Эли Сааб. И еще один, тоже ливанец, Зухейр Мурат. Я просто обожаю их платья, но я их никогда не ношу, потому что это все очень красиво, это все так кутюрно, и у меня просто, видимо, нет повода пока надевать подобные вещи. Но мне еще нравится Каролина Эррера, она попроще, и у нее тоже есть такие летящие какие-то красивые женственные платьюшки, которые я могу надеть. Но для обычной жизни это не подходит, поэтому на мне сейчас кроссовки Balenciaga, которые, да, Ugly самые уродливые, но они самые удобные, и они приподнимают мой рост, это мне нравится. То есть Balenciaga я тоже люблю. Почему? А на подиуме пробовали себя? Была и на подиуме, и на фэшн-съемках, и в качестве лица, и лукбук, и в качестве модели для лукбука, всего. И ничего не понравилось? Все нравится. Все нравится? С удовольствием ходила по подиуму, прочувствовала бэкстейдж как таковой недели моды. Я ходила по подиуму Казахстан Fashion Week. С удовольствием участвовала во всех этих съемках. Участвовала и в съемках, и рекламных роликах. И в ноябре месяце в холодном бассейне плавала. То есть все было. Вот я как два сезона подряд официальный ведущий Казахстан Fashion Week Астане. С Ириной Байжановой работаю вот уже на протяжении 2 лет. И закулисная жизнь, там, знаете, там даже столько скандалов бывает. Молодые люди приходят к модели, им не нравится, что они там обнаженные ходят. Вот как к этому относился ваш супруг, если это было во время вашей уже семьи? У меня была фотосессия в белье.
И я просто пришла и сказала, что мне за это заплатят. Он посмеялся, сказал, ну ты хоть покажи, в чем. Я показала, он говорит, ладно, окей. Все. Ну, вот ничего семья. Страшного не произошло. Деньги решили все-таки, да? Семейный бюджет, понимаете, когда вы уже 8 лет женаты, тут уже, видимо, какая-то романтика отходит на второй план, и сразу начинаешь думать, а, ну это же тоже деньги, это же тоже приносит какой-то доход, это популяризация меня как личностного моего селф-бренда. Ну, почему нет? Расскажите, пожалуйста, планы на этот год от вашей команды, от вашей компании, от вас лично. Какие-то, может быть, интересные проекты намечаются? Если это не секрет. Конечно, это вот не секрет. Друзья, мы, наше агентство коммуникационное Style of Eurasia становится международным коммуникационным агентством Style of Eurasia. Мы вот подписываем с нашими московскими партнерами контракт. И теперь мы не маленькое локальное агентство будем, а большое международное. Так что теперь с нами могут работать крупные бренды, которые раньше не могли работать с локальным агентством. И, надеюсь, они это услышат и придут к нам в гости. Да. Алина, можно попросить прямо сейчас вам, вот, прямо на камеру, наверное, больше обратиться или поделиться нашими девушками, потому что вы успешная бизнес-вумен. Для всех начинающих, может, какие-то советы от вас, как добиться, вот, потому что есть девушки, которые просто пробуют и потом сдаются, а вот вы сильная. Вот прям видно, что вы сильная девушка. Вот пару советов нашим девушкам. Девушки, я начинала бизнес с нуля, с ноль копеек, ноль тенге, ноль тин. Я просто нашла себя и двигалась в этом направлении. У меня тоже были сложные периоды. Я и в машине рыдала, чтобы домой слезы не нести. И все было. Но нужно идти к своей цели, не останавливаться на достигнутом и найти свою нишу. Если вы нашли свою нишу, если вы точно знаете, что это ваше, не останавливайтесь, никого никогда не слушайте. Идите вперед. Идите и идите. Все, Алин, спасибо вам большое. Все, что я хотел от вас сегодня услышать, я услышал. Я очень рад и счастлив сегодня побеседовать с вами. Спасибо вам за интересное интервью. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в программе «Искусство интервью» у нас была в гостях несравненная, очаровательная Алина Сарсенова, бьюти и фэшн-блогер. Всем спасибо, меня зовут Владислав Югай. Всем до новых встреч. Пока.